страшно было слушать то, что он говорил по окончании выборов. Страшно. Человек, который понимает, что такое военная стратегия. Когда Путин говорит, что он создаст или буферные зоны, или зону там безопасности на границе с Украиной, я испытываю чувство ужаса внутреннего. Это означает, что эта бойня будет продолжаться. Дело в том, что все попытки убедить нас, что вот только эта стратегия на перемалывание ВСУ является верной. Подумайте, кому нужна стратегия на перемалывание ВСУ, а значит и российской армии, и вообще русского мира? Кому это выгодно, спрашивали древние. А есть ли другие стратегии? Да, безусловно. Безусловно, существует стратегия победы.